столице республики практически на треть сократилось количество крупных рекламных щитов большого размера и так называемых билбордов. По информации мэрии Уфы, связано это с сохранением архитектурного облика города. Всего в прошлом году демонтировали более 700 рекламных сооружений. Согласно планам, будут развивать высокотехнологичные рекламные конструкции, а также носители, совмещенные с городской мебелью и объектами благоустройства. В 2017 году динамика по установке таких рекламных мест плюс 24%, заявили в МКУ «Городская реклама». Фактическое сокращение рекламных мест привело к значительному удорожанию наружной рекламы. В некоторых случаях практически вдвое. В мэрии провели электронный аукцион, в ходе которого цена лотов выросла более чем на 80% от первоначальной заявки. Теперь практику планируют применять и в будущем.